Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и президент меня просил посмотреть. Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности и на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве, и многое-многое мы можем сделать на этом космодроме. Притом по ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы.